Здравствуйте, друзья! Сейчас я поделюсь с вами одним интересным рецептом своего фирменного салатика. Для этого я беру банку белой фасоли консервированной. Я купила уже готовую пачку морковки по-корейски, пол пачки морковки, 3 отварных яйца, пачку кириешки и 150 грамм любого отварного мяса. У меня говядина, я ее отварила и мелко кубиками порезала. Сейчас я буду яйца резать мелко кубиками. Вот я кубиками порезала яйца, сейчас я отправлю в миску к мясу. Далее в миску с нашими уже готовыми ингредиентами я добавлю морковку по-корейски. Сейчас я открою банку консервированной белой фасоли, солью соус и тоже все это добавлю в нашу миску к ингредиентам к салату. В наш салат я добавлю пол чайной ложки черного тмина и 2 хорошие щепотки приправ для мяса. Вы можете либо добавить любую приправу, которая у вас есть или которую вы любите. Можете сами сделать ее из многих компонентов разных специй. Я добавила в эту же миску с моими ингредиентами 3 столовые ложки майонеза. Вы можете добавлять больше, можете добавлять меньше, смотря как вы любите майонез. И сейчас хорошо этот салат размешаю. Вот я салат размешала, попробовала его. Соль я в свой салат не добавляла, потому что я говядину отваривала вместе с солью и специями. Вы, если будете делать с каким-то другим мясом или грудинкой, попробуйте салат в этой стадии на вкус. Если вам покажется, что мало соли или мясо не соленое, тогда немножко добавьте на свой вкус соль. Салат, в принципе, сделан, но перед подачей на стол я открою пачку кириешек, добавлю в салат и размешаю, чтобы они не набухли от майонеза, мои кириешки, а были более хрустящие. Вот. Я сейчас буду салат подавать на стол, поэтому я добавила кириешки. Сейчас я их размешаю. Пробуйте, делайте такой салатик. Салат очень вкусный, очень питательный. И если вы сделаете такой салат на праздничный стол, он достоин праздничного стола. Я вас уверяю. Пробуйте, делайте. Приятного аппетита!